связи с участившимися случаями нарушения закона на дорогах сотрудники СБДД напомнили гражданам о самых базовых правилах безопасности дорожного движения. Требования, которые должен выполнять и соблюдать водитель перед выездом на дорогу и при движении по дороге на автомобиле, четко прописаны в законе. В обязанности водителя также входит информирование пассажира о соблюдении правил. Мы остановимся на этих обязательствах. Перед выездом водитель транспортного средства должен проверить техническое состояние, чистоту, комплектацию транспортного средства и убедиться, что пассажиры заняли свои места, а двери транспортного средства надежно закрыты. Также водитель обязан поддерживать исправность авто, принимать меры предосторожности в отношении других участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов. Во время движения запрещено высовывать части тела из автомобиля. Всем стоит пристегнуться ремнями безопасности перед запуском транспортного средства, а при управлении мотоциклом, мопедом или скутером необходимо надевать защитный шлем. Водитель транспортного средства вынужден остановиться в темное время суток в условиях недостаточной видимости. Перед выходом на проезжую часть для проведения ремонтных работ обязан надеть специальный светоотражающий жилет. Все приведенные замечания и требования служат исключительно для обеспечения безопасности и здоровья людей. Просим водителей и пассажиров соблюдать правила дорожного движения.